весна цвела, там, где любовь жила, там, где олел рассвет, там нас с тобою нет, там золотой порой ты нежен был со мной. Близким и родным, стал дальним и чужим. Но мне снится потерянный город, потерянный город в тумане ночном. Слышу я твой тихий голос, зимы лет, вновь не найду ответ, кто, кто тому виной, что, что ты не со мной. Жаль, так устроен мир, жаль, что в разлуке мы. Ты мой светлый Бог, дай мне любви глоток. Но мне снится потерянный город, потерянный город в тумане ночном. Слышу я твой тихий голос, труба. Там, где труба, была железная дорога. И вот поселок со стороны Эрдеса. Поселок Дармат. Снег. Все равно
бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Бассейн возле клуба, где, в котором купались наши дети в жаркие дни. Вот камень тот памятный. День за днем, вода здесь была, вот трубы видно, как туда вот. Вот камень, который вот. А теперь здесь деревья растут. А тут сейчас, да, уже растут деревья. Сейчас я пройдусь по нему. А вот сзади наш клуб МГС-ский. Монгольско-геолого-съемочной экспедиции, принадлежащей Сосновскому. Все кабели и трубы, которые проходили в земле, все вырыли. Вот по всему Дарноду траншеи, прям траншеи, как будто копали экскаватором. Вытаскивали кабели, и везде валяются вот такие от кабеля, что вот такие вот изолированные от кабеля, а медь и железо, об этом знать, все вытащено. Даже есть такие кабели. Верхний этаж, где я работал, не лет, лестница, вон она лежит. Я найду раздолбленная. Этот город, которого все раздолбали, нет, чтобы вытащить железо. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него послаг. Это же наш памятник. Давайте его поставим. Деда, я здесь. Володя, я говорил, что он здесь. Дорогие друзья, вот мы не смогли выполнить свое обещание и восстановить тот настоящий памятный знак, который стоял здесь долгие годы. Но мы сделали все, что в наших силах, чтобы память о Дарноде сохранилась в сердцах людей, которые здесь когда-то работали. Спасибо за внимание. Обрежешь что-то? Только так, никак иначе. Вот ребятки мне, нам борщ варят. Мне экстра салатик сделали без майонеза. С морковки, картофки и все такое прочее. У нас все как в лучших домах Лондона. Лондона, как у бояр. А у холопов юбы три дня. Окей. Вот здесь то место, где стоял большой плаун с четырьмя или тремя ямами. А вот здесь, на втором этаже, был мой электроцех. Второго этажа нету больше. Вот впереди, типа никакой реакции нет. Впереди нас город Эрдес. Где там камни? Город-призрак. А к нему надо подъехать как-то. Я же хочу залезть в него. Город погибших надежд. Нашли дорогу, как подъехать к городу. К городу.
Город. Что-то фонари не горят. Дорожка одна. Ой-ой-ой, смотри, даже подъезды. Наверное, газ взорвался. Карный бабай. Вот два дома тут. И сколько здесь домов, так, тут, смотри, тут много домов. Гена, оставь здесь машину. Оставь здесь машину. Все, не надо дальше. Пораньше тронулись из Дарнота. Едем по улице еще. По улице Дарнот. Если ее можно назвать улицей. Имени 50 лет в если ее можно назвать улицей. Рог видал. Рог лежал. Короли. Опла! Опла! Направо сейчас. Смотри, здесь потихонечку. На пониженной. Так. Вот мы едем по Дарноду. Вот это. Ну, не на клуба. Не, это не клуб. Сейчас мы пересекаем улицу имени 60-летия октября. В любом случае, это был территория Дарнота. А что это тут такое, никто уже не разберется. Но мы все нашли, что нам надо было. Сейчас... Хотели кусочек кабеля найти, кусочек латуни. Нет, не смогли. А остальное бетона много. Внимание, выехали на улицу имени Ленина. Центральная. А какая улица в любом городе центральная? Имени Ленина, конечно. Вот сейчас, в данный момент, мы едем по этой улице. Имени Владимира Ильича Ленина. Как там песня поется? Ой, все и деревья. Ленин всегда молодой. А, нет. Юный Гайдар впереди. Да, октябрь. Октябрь. Юный октябрь впереди. Вот он клуб-то. Вон он. Вон клуб. Да. Вон там клуб. Ну ладно. У нас есть клуб, запечатленный в других местах. Вон туда. А, вот это что за дома? А у них жили только шахтеры, да? Или наши только? Нет. Не, наши пейс-контроль туда не проводили. Вот тут сейчас скоро начнется шахтерская территория. Да-да. Здесь солдаты. Солдатская казарма была. Не, дальше. Дальше туда, да. Не, это еще поселок наш был. Да, это еще поселок. И там деревья-то было. Сейчас 4 осталось. Один скулил. Много уже молодых там. Вот сейчас налево. Вот здесь? Да. Окей. Здесь. О, выезжаем на улицу имени реформ Горбачева.